Снижение смертности от онкологических заболеваний – важнейшая задача для любой страны. Известно, что борьба с онкологией – это битва со временем. Чем раньше и точнее удастся поставить диагноз, тем эффективнее будет лечение. Сегодня самый современный и точный способ диагностики онкологических заболеваний – это позитронно-эмиссионное сканирование в сочетании с компьютерной томографией. Методика использует уникальные возможности ядерной медицины, позволяет изучать организм на молекулярном уровне и выявлять опухоли на самых ранних стадиях. С 2011 года Роснано в рамках успешного государственно-частного партнерства развивает в России федеральную сеть центров ядерной медицины PET Technology, которая дает населению страны доступ к самым передовым методам диагностики. Сегодня ПЭТ-центры работают в 8 городах России. В ближайшие годы новые центры ядерной медицины будут открыты в других регионах. Необходимые для ПЭТ-КТ-диагностики радиофармпрепараты PET Technology выпускает на высокотехнологичном оборудовании в Уфе и Ельце с обязательным прохождением контроля качества в лаборатории. Технологии ядерной медицины позволяют не только ставить точные диагнозы, но и проводить неинвазивные и безболезненные операции с помощью уникальной системы «Кибернож». Теперь онкологи в регионах могут не только обнаруживать даже микроскопические злокачественные опухоли на ранних стадиях, но и снимать ошибочные диагнозы. Открытие новых центров ядерной медицины позволит улучшить качество лечения пациентов, а значит спасти жизни многих людей.